Такие разные, но эти миры разными, и все такие... Вернувшись в Харьков из Ужгорода, юные артисты устроили флешмоб на Южном вокзале. 66 детей показали фрагмент мюзикла «Ты особенный». Участники коллектива «Счастливое детство» надеются, что такие акции станут для них традиционными. Мы когда приехали, на следующий день сразу же провели такой флешмоб, собрались. Люди посмотрели на нас, то есть чтобы они поняли, что это все-таки интересный мюзикл и стоит на него посмотреть. Хотелось бы всем детям, чтобы это все-таки стало традицией, приезжать с этим мюзиклом в город, в другой, по Украине, показывать его, чтобы все видели, чтобы все знали наш город Харьков, что в нашем городе есть такие коллективы, как мы, и что мы можем показать. Мюзикл «Ты особенный» создали по мотивам произведений американского писателя Макса Лукада. По сюжету деревянный оркестр оживают, и человечки пытаются выяснить, кто из них лучший. Однако уникальным является каждый. Нужно только найти и раскрыть свой талант. Постановка масштабного проекта «Ты особенный» была задумана еще 5 лет назад. В мюзикле присутствуют несколько стилей танцев, универсальное художественное оформление, а также звучат исключительно авторские композиции. Этот мюзикл будет интересный и для детей, и для взрослых, потому что он... рассказывает о жизни всех людей, что они все особенные, все, и от маленьких, и до больших. Он поймет свою особенность, в чем он особенный, и чем он отличается от других детей, людей. Премьера постановки состоялась в конце прошлого года. С тех пор ее посмотрели более 15 тысяч человек. Ужгород стал первым городом после Харькова, где показали мюзикл. Художественные руководители коллектива рассказывают, устроив флешмоб в центре Ужгорода, привлекли на саму постановку немалое количество зрителей. Для того, чтобы люди могли заразиться, увидеть энергию спектакля, увидеть, что дети могут красиво танцевать, говорить, то есть чем-то удивить. И вот практически мы приехали за 5 дней до спектакля, и когда мы 3 раза показали такой флешмоб, то последние 3 дня раскупились последние все билеты. В апреле у харьковчан вновь будет возможность увидеть мюзикл «Ты особенный». После этого коллектив планирует показать его во всех городах Украины. Ксения Ручка, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».